Приветствую вас, уважаемые любители карфишинга, на Флагман ТВ. Сегодня в рубрике «Новинки» мы поговорим о катушках от торговой марки CarPro под названием Kratos. В линейку CarPro входят две катушки. Одна катушка идет с байтранером, другая катушка идет с быстрым фрикционом. Ну, правильно говорить не с байтранером, а с системой FreezePool. Все катушки торговой марки CarPro имеют в своем наименовании две буквы. FS, которая обозначает, что катушка FreezePool, и SD. SD это Speed Drag, это быстрый фрикцион. Так вот, у нас на обзоре сегодня две катушки 8000 размера. Эти катушки практически идентичны по своим характеристикам, потому давайте сейчас быстренько пробежимся по этим самым характеристикам, а потом уже перейдем непосредственно к обзору самих катушек. Значит, катушка, которая у нас с быстрым фрикционом, имеет вес 807 грамм, которая система FreezePool имеет вес 825 грамм. Катушки мощные. Передаточное число у катушек 4,5:1. Количество установленных шариков подшипников 9. Обе катушки имеют заявленную тягу на фрикцион 10 кг. Катушки первоначально были предназначены для использования как на рабочих удилищах, так и на споде и на маркере. Чем это обусловлено? Тем, что на катушках установлена среднего размера шпуля средней глубины. Вместимость, например, 0,3 лески составляет 280 метров. При этом установленная система «Бесконечный винт» обеспечивает идеальную кладку, что дает нам хороший, отличный вылет. При этом всем, как мы видим, шпули имеют конические бортики, которые тоже снижают трение во время забрасывания. Значит, как и все катушки торговой марки CarPro, катушки Kratos имеют у себя самые надежные и проверенные механизмы. В том числе это ударопрочный пластик корпуса, точеная металлическая ручка, удобный кноп, выполненный из приятной резины, которая предотвращает скольжение при работе с мокрыми руками. Ну и также много-много других функций и характеристик, которые успели себе зарекомендовать с самой лучшей стороны. Значит, катушки отлично подойдут рыболовам абсолютно любого уровня и квалификации и могут быть использованы как с рабочими, так и с подмаркерными удилищами. И для того, чтобы закончить наш обзор, я хотел бы показать сейчас скорость работы фрикциона на одной катушке и как работает система FreezePool на другой. Итак, берем катушку системы Speed Drag, зажимаем полностью фрикцион шпули, видим, фрикцион полностью затянутый, он не проворачивается. Делаем меньше чем один оборот, и наш фрикцион полностью распущен. Мы можем работать и использовать ее по нашему назначению. Теперь смотрим, в принципе, диапазон работы системы FreezePool. Опять же, затягиваем максимум, включаем систему FreezePool. И вот еле-еле стравлен по одному. Распускаем максимум фрикцион FreezePool. И у нас полностью распущенная катушка. При этом один оборот рукоятки сразу же отключает систему FreezePool. На широких бортиках установлена отличная металлическая клипса, которая позволит нам клипсоваться во время забрасывания. Также на роторе на обеих катушках установлена специальная прокладка, которая предотвращает попадание лески под шпулю. Это такие стандартные вещи, о которых уже даже, может быть, не стоит упоминать, но при этом они здесь установлены. Катушка находится в среднем ценовом диапазоне, и, я думаю, придется по вкусу рыболову с любым уровнем подготовки. Я надеюсь, что наш обзор был вам полезен. Не забываем ставить лайки и подписываться на наш канал. И для тех, кто заинтересовался данным обзором, рекомендую перейти по ссылке в интернет-магазин. Но для того, чтобы не пропускать в дальнейшем от нас новости, рекомендую активировать колокольчик. С вами была рубрика F-новинки. До новых встреч на Флагман ТВ.